И вот, собственно, продолжение. Привет, дорогие друзья, на моем долбанутом канале, где все делается с душой, откровенно говоря. А что это? А, я сразу здесь, что? Айзек, используй погрузчик, чтобы достать обелиск из челнока. Ладно. Хотя, блядь, задание добавлено. Достанем из челнока. Из челнока, блядь. Достану я тебя. А, говоришь, погрузчик. Он отключен. В смысле? Используй погрузчик, чтобы... Ну так я здесь, пульт управления погрузчика. А, запитать надо. Понял. Сейчас все будет. Ожидайте. Ожидание золота. Мы сейчас возьмем, запитаем батарейку и будем открывать. Что-то опять народу много мертвого. А ты в ожидании. Нужно вернуть на свое место. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить обелиск в зале обелиска. Верни на место то, что было украдено. Сделай нас любимым. Не, я понял, что ты от меня хочешь. Ух ты, бля. А, вот, батарея это, собственно. Да, не, мне двери открыть надо. Если есть еще места, куда можно зайти. Кстати, магазин. Может, затаримся, посмотрим, что у нас есть. Так, по предметам. Пенку. 30 тысяч. Продать нахер ее. Алмазный проводник. 25. Отлично. Так у нас денег овер до хера. Это да, среднюю аптечку. Ну, перемещу, допустим. Куплю большую одну. Заебись будет. И силовые узлики. Да? Силовые узлики пойдет. Смотри, сколько лезвий. Я грибу. На два лезвиями прям стрелять будем. А, и верстак. Кстати, попутный верстак есть. Еще лезвие. Они меня заебали уже. И сохранялка. Давай включим оборудование. Используем. Мы это дело, наверное, чтобы улучшить, что именно, лазерную винтовку. Раз. В ущерб. Да, импульсная. Раз в ущерб, два в ущерб. И осталась одна. Мы в стазис ничего не можем дать. В кинезе смотрит. Ну давай в радиус. Все. Это все. Что тут есть? Денежка. Народу, блядь, много мертвого. Аудиосообщение. Говорит сержант Ньюман. Охрана летной палубы. У нас больше нет челноков. Один из них успел взлететь, но неожиданно рухнул на палубу ангара. Мы потеряли несколько сот человек и все челноки. Если кто-то меня слышит, не пытайтесь совершить посадку. Не садитесь. Не садитесь. Да? Я так понял, мы на планете, да? Мы на планете... И сохранение нужно, потому что мы все-таки улучшили, закупились, парочку тварей убили. Это важно, важно. Так, мы сохранились. Теперь идем на улицу. У кого там, блять?
А, еще ползает, блядь. Всякая ебень. А ты заебал. Ебень, это ползает. Так, на планете, так понял, можно дышать без проблем. Атмосфера, все дела. Так, мы запустили погрузчик. Теперь можно? Чё, блядь? А, мы ж справа дверь запитали. Понял. Или вот это? А что от нас? А, я понял. Все, 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 без опыта. Мне надо ее при помощи кинезиса передвинуть. Да. Ух ты, блядь. Все, да, можно двигать. Нам его надо куда-то переместить, что ли? Но против вот этого длинного пила вообще неэффективная оказалась. Хотя на самом деле, наоборот, должна его кромсать. Но его вот эти вот подручных жрет только в путь. А, блядь, столько пил. Серьезно? В туре ими стрелять буду. Что происходит? А, двери закрываются. Ворота. И должны, по идее, открыться эти. Точно. Как я и предсказывал граф Дуку. Немножко побьем этот ваш обелиск. Ёбушки, воробушки. Что меня ждет? Что-то очень жесткое, да? Внимание! Запущена процедура карантина. В отсеке обнаружена неизвестная форма жизни. Служба безопасности извещена. Все полопалось. А, бегут, блядь. Блядь. Нахуй. Внимание!
Ебать его тут. Мне бы еще разобраться, куда его надо тащить. Блять, упало, пиздец. Куда мне его надо перетащить? Да, ага, надо перейти сюда. Здесь еще поднимается. Зачем? Бегу, блядь. Пиздюк отпрыгнул. Так, хорошо, допустим. А теперь что? Силовой узел? Серьезно? Блядь, у меня нету. А как быть? Вообще, куда мне надо пройти? Так пойдет. Блядь, жалко, там, наверное, что-то интересное лежит в этой последней комнате. Или какая она, блядь. Ну ладно. Тут уже ничего не поделаешь. Уже лежит и хуй с ним. Возвращаться назад, покупать, блядь. Да может быть до хера аптечек, у меня как бы три больших осталось. Айзек, ты почти добрался. Подведи питание к мостикам, чтобы перетащить обелиск. Поищи пульт управления в конце сервисной трубы. Блядь. А ёб твою мать.
А я сейчас этого не понял. В смысле, блядь? Ах ты гандон, блядь. Блять, эти, блять, вроде бы слабые, но, блять, с этими глистами что они плюются, это пиздец, честно. Честно, пиздец. Так, а что это такое? Неполадки с мостиком. Какие могут быть неполадки с мостиком? Магазин. Но если тут рядом магазин, то можно попробовать вернуть. А, там дверь закрылась, наверное, да? Я ничего не смогу сделать. Один прикупим. Блять, еще большую аптечку возьмем. Одну маленькую. Хотя... Мы, по идее, же сможем сейчас пробежать назад. Тут что-то есть. Меня заебали эти лезвия. Откровенно говоря. А, ну все, голяк. Чекайте, блядь. Назад не вернемся. Так, у нас проблема с мостом. Есть несколько путей, есть запись. Ее мы сейчас используем. Как бы запись это. Да. Надо переходы, а мне нужно, похоже, туда, да. Ну, идем туда. Эти поздыхали, мрази. Ой, блядь. Наши с вами любимые места в этой игре. Зона невесомости. Башка чья-то. А и чё, куда? А, за... Кого, блядь? А что сделать надо? А в смысле я сдох? Туда к стенке нельзя, да? Тут. Но он у меня отпрыгнул, а что это дает? Тогда от чего я сдох? Если я здесь сейчас спокойно прохожу, от чего я сдох? От чего-то же я сдох? Правильно? Но... Никто не знает, где могилка его.
Как я и говорил, вот эти черные, они гораздо живучее и сильнее. А что это сейчас такое? Ну вот, блядь, прыгает. Все прыгает он, блядь. Там какой-то лаг был, баг, не знаю, как это еще назвать. Восстановить энергию. Да я понял. Че это? Вроде все, блядь. Зона гравитации. Блять, кто меня встречает? И чё, ты денег даже не дашь мне, слышишь, друг? Не охуел ли ты вдруг? Блядь, поделился бы чем-то или улетело куда-то. Ой, здоровье моё, здоровье. Ну, можно чуть-чуть пострадать, чуть-чуть. А, ну вот, можно взять и скушать среднюю аптечку. Тоже нормально дает. Используем заветное сохранение. Правильно? И пойдем дальше.
Не понимаю вообще, куда я его тащу. Я уже заебался его тащить по кругу, блядь. Куда, блядь? О. Так, там что-то есть интересное. Подожди, я подойду. Все исписано, короче, вот этими вот письменами. Все загадочно. Какие-то знаки, какие-то домыслы, чьи-то необычные помыслы. И все это вот здесь. Здесь, а тут, а на этой мрачной планете. Показывает стрелочкой туда, типа. Да. Я вообще реально не выкупаю, куда бы это тащим. Я думаю, никто из вас этого тоже понять пока не может. Ну игру, блядь, выбило. Её выбило. Вот как, блядь, играть, когда такая вот хуйня происходит? Объясните мне. Не может быть нормально все как у людей. Не, должна быть какая-то пиздосик. Какой-нибудь влаг вылет. Почему вылетело? Хуй его знает. Загрузка долгая, да ебени. Охуеть. Серьезно? Это откуда? А что за звук такой ебаный? Звук наебанейший. А сейчас заработал, да? Ну и чё? Не понял. Не понял. Я ж тебя протаскивал здесь. Проезжай. В чем проблема? Я, в принципе, знаю, как это лечится, но, блядь, мне не хочется сейчас 30 кадров тут пробегать. Благо твари нету, знаете.
Без понятия, что это за лаги, глюки такие. И все, пиздец. Приехали. Друг, иного пути нет. Иного пути у нас нет с вами. Только 30 FPS, только хардкор. Бля, я сгорю, если не пройдет сейчас в этот раз. Реально, сгорю плюс проиграю. Бай, вы долго грузитесь. Прикольно, да, грузимся? Я ебу, а как играть? Да, 30 FPS это пиздец. Я вообще ничего не могу сделать. Просто не успеваю. Охуеть. Он не проходит. Почему ты не хочешь проезжать? Тридцать FPS не помогли. А должны были. Ну ты должен пролезть, я должен тебя пропустить там. В смысле? И как сделать? Я же его прогонял здесь, не? Просто не идет. Может реально подтолкнуть при помощи вот этой хуйни? Вот у него как будто здесь преграда.
Как будто здесь закрыто. Ладно, блядь. Давай по-другому сделаем. Ебля с пляской, это пиздец. Блять, одни эмоции. Сейчас одни эмоции. Давай еще раз. А здесь вентиляция работает? А работает. Давай с той стороны попробуем. Рельсы должны были сойтись, они не сходятся. Блять, но было, я даже, блядь, пересмотрю потом, когда я сгорю здесь. Там типа тварь появилась или что? Я что-то вообще сейчас не понял. Блять. Как это пиздец, а не игра. Отвечаю. Не идет. Может сдохнуть как-то? О, ебашь. Бай-бай. Можно узнать, на чем живем?
Может, сейчас как-то оно типа с контрольной точки откатится. Называется испачкать рот, наебать живот. Я не знаю, Стас. Я не знаю. Пиздец, блядь. Хуяные игры, блядь. То же самое все. Вот у меня тогда залагало, вылетело и все. И такой пиздец начался. Охуеть. Просто не тянет он ее. Что это, блядь? Ладно, блядь. Будем что-то придумывать. Ждите.